отрывочки питаться за государственный счет заподозрили премьер-министра Италии. Разоблачительную статью о Матео Ренци опубликовала одна из оппозиционных газет. По данным издания, Ренци нередко направлял чеки из ресторанов в муниципалитет Флоренции, когда еще был главой администрации этой провинции, а затем и мэром одноименного города. Утверждается, что только на обеды и ужины Ренци потратил за 4 года почти 600 тысяч евро. Проверка этой информации уже заняла счетная палата Тосканы, ну а сам премьер все отрицает. Yeah. 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 No. No.